Здорово, земляне! 14 октября, местное время 11 час утра. Я недавно только проснулся. Вчера приехал Леха с Настей. Это с Белгорода. Я вообще был в шоке. Мы вчера так закрутили. В общем, поэтому я вчера пропал на весь вечер. Был вчера у нас пара отелей. Тоже поугарали, поржали. Я был диджеем. Еще музыку ставил. Вот. Вышел. Вот вся наша компания. Вона сидит. Сейчас, сегодня в отеле мы будем делать шашлык с администрацией, и ребята, им тоже разрешили, будут делать борщ. Так что это все увидите чуть попозже. На улице вот небольшие тучи, утром прошел дождь, ну а так тепло, вот я без футболки, так все нормально. Ребята, вышли мы с Тимуром за мясом, купили мясо, он сегодня будет готовить борщ. Я буду готовить шашлык, взял 5 килограммов шашлыка, вышло 550 лир, ну, у меня там на косточке. Ты взял говядину, да? Говядину, да. Сколько стоит? 290 лир, почти 5 килограмм. Да, 290 лир, 5 килограмм. Идти, по идее, немного, но нам так хреново, мы решили доехать на автобусе. Сейчас вот голосуем, ждем, какой автобус остановится. Остановится, нет. Останавливается. Время местного где-то в районе 5, начало 6 вечера. Сейчас толпа людей, вернее, часть людей пошла готовить борщ. И Гузель сейчас маринует шашлык. Сейчас хочу показать, как это все происходит. Идемте в ресторан, посмотрим. Сейчас посмотрим, как они готовят. Где они? Там, да? Там, да? Ну, что тут происходит? Ну-ка, повернись, Тимур. О, Тимур в колпаке. Твой колпак слетел. Твой колпак слетел. Так, ты готовишь, значит, для шашлыка, да? Да, это будет соус. Маринад. Мы готовили до этого. Это киви, лук, да? И да, еще лук. Мясо надо показать. О, мясо, посмотрите, какое. Красота. Ням-нямка. Так, а ты у нас что готовишь? Борщ. Борщ, да? Как, где кастрюля? Какую кастрюлю? Ну, здесь. А. Здесь. У меня вот это все мое. Это все твое? Да. И здесь. Тут у тебя поджарка, да? Да. Здесь мясо варится, да? Капусту уже закинул. А, уже капусту закинули. А где это? С Украины-то девчонка была. Она что-то... А, справитесь, да? Ну, супер. Ладно, ребята, не будем мешать, пусть готовят. Ням-нямка. Мясо уже сварилось, да? Да. Мясо сварилось. Все уже, суп практически готов. Вау, какой наваристый. О, супер. Супер. Тимур повар. О, а что, колпак сняли с тебя? Ну я сам снял. Сам снял? Да. Ну да. Да. Вот даже. Жарко. Утирает, да. Помогает вот. Ой, запах, ребят, вы не представляете какой. Класс. Так. Теперь давай посмотрим. Часть мяса, вот, да. Лопатка баранины, это самое нежное мясо, какое возможно. Должно быть, блин, только не передержать бы, потому что она и так нежная и мягкая. Не передержу, сейчас я иду уже готовить это. Пусть оно будет подостывшее немножко, но, блин, оно не должно передержанное быть. Да, я знаю. Опасно, вкус потеряет. Вот это все втираем в складки. Почему? Потому что вот эта мякоть надо вообще между складками втыкать. Сейчас все это слоями уложим. Все сюда.
Не порции, и лук ты еще говоришь, да? Это пойдет верхний слой, потом снова лопатки, потом снова лук. И это все должно прессоваться в конце, когда все закончите, слои, надо будет обязательно нажать. Сок от баранины должен выйти. Выйти. Да. Тогда она будет очень мягкая и нежная и смешается. Санта какая. Ладно, будем мариновать шашлык. Сейчас. И доготавливаем борщ. Нам здесь накрывает стол. Ланч-зоне. Под оливковыми деревьями. И вот поставили мангал. Сейчас отсюда пепел уберут. Но здесь буду я готовить шашлык. Красота. Супер. Классно. Посмотрите, какие угли здесь. Видите, как они брикетами сделаны. Столик поставили. Вот так накрывает потихонечку. Супер. Сейчас мясо принесут. Угли разожгем. И начнем уже готовить шашлык. Разжигаем угли. Положили 3 пачки. Вот таких. И что интересно, у них розжиг такой гелеобразный, что ли. Сейчас потихонечку пусть угли разжигаются. Так, ребята уже кушают борщ. Давайте поднимемся к ним. Приятного аппетита всем! Спасибо. Как борщ? Прекрасно. Вкусно? Виталий забавку сразу взял. Да ты что? Ешьте столько, сколько вам. Ешьте, ешьте. Приятного аппетита всем. Как вам борщ? Отлично. Отлично, классно, да. Даже Украина сказала, что хороший борщ, но я думаю, они с Лукавичем. У них лучше, 100%. Да, да, да. Украинский борщ самый лучший. Мы украинцы вообще-то разбираемся. Вот это лучшая похвала. Ну давайте 3-4, и мы счастливы! И сыты. И сыты, да. Так, угли у нас готовы. Леха решил. Попроси, пусть принесут воды. Обычной воды, сушить. Побрызги, да, сейчас. И вот тут сидим за столом, поели борщ. Леха выкладывает. Свети, свети. Баранина с косточкой. Все важняк вообще. Вот сюда можно дожить, туда и туда и туда и сюда. Да уже все, пусть жарится. Ну, вот, дырки, прям. О, ребята, запах такой стоит. Оно прожарится хорошо. Круто. Круто. Так, ребята, вот смотрите еще, что нам готовят. Ой, красота. Смотрите, как это все выглядит. Класс. Класс, класс. Хлебом так еще. Супер. Вот красота, да? Али профессионализм, да? Да, да. В конце Али пришел готовить, да. Супер. О, посмотрите, какая красота. Супер. Как красиво.
Класс. Лёха сейчас первый раз попробовал сыр и дыня. Лёха, скажи, как тебе сыр и дыня? Ребята, смотрите. Вот это дыня. Сейчас отколю кусочек. Это переключать надо, подождите. Вот это дыня. Сразу кусок сыра. Сейчас сыр. Оп. Вот это сыр и дыня. Вот, я не знаю, я никогда не думал, что это вообще сочетаемая штука, но это очень вкусно. Это обалденно, да. Я тоже удивился. Офигенно, это да? Дико, вот, соленое и сладкое, это вообще просто что-то несочетаемое. Да. Это очень вкусная штука, на самом деле. Да. И вот нам, смотрите, как все готовят, супер. Классно. Я тоже попробовал сыр и дыня, блин, очень классно. Так, смотрите, еще принесли мясо. Уже без косточки, уже мякоть. Офигенно. Как оно пахнет. Круто. Круто. Сила там, прилив, полный тихий.
Олег.